все эти 6 раз, я хочу сказать, что оргкомитет и я как научный директор старались сделать курс по косметологии максимально информативным, честным и профессиональным. Эволюция заключается в том, что, наверное, мы развиваемся вместе с развитием специальности косметология. Мы стараемся находиться на острие тех изменений, которые происходят каждый год в международной косметологии, в нашем российском обществе косметологов. И, безусловно, мы рассчитываем на то, чтобы привлекать к себе интерес самых, наверное, востребованных специалистов в нашей стране и за рубежом, самых профессиональных, отвечать на самые злободневные вопросы. Изменения происходят во всем мире, изменения происходят и на нашем конгрессе. Я считаю, что в этом году, судя по тому количеству коллег, которые решили посетить именно наш конгресс, да, именно наш курс, мы находимся на правильном пути, и, безусловно, мы будем делать все, чтобы развиваться дальше вместе с прогрессом, потому что его не остановить. Как в будущем изменится конгресс косметологии? Мечтать можно о многом. Я абсолютно уверена в том, что мы будем дальше продолжать развиваться. Я могу обещать только, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы наше мероприятие было все так же профессиональным, честным и научным. А как мы будем развиваться, как будет развиваться наша Родина? Я надеюсь, что наша Родина будет развиваться очень хорошо, и у нас впереди успех.